Расположенный в Ундровской курортной зоне на берегу Волги социально-реабилитационный центр имени Чучкалова предназначен для отдыха и оздоровления пенсионеров. В пандемию по программе «Будь здоров» учреждения проводили реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19. Во время процедур здесь применяют местные природные ресурсы, минеральную воду питьевого и бальнеологического назначения, голубую кемерическую глину, которая является источником минералов и питательных веществ. После ковидной инфекции мы сейчас используем в виде аппликации на бронхолегочную систему. Наш основной профиль – органы пищеварения и мочевыделительная система. В социально-реабилитационном центре в Ундрах за 30 лет работы смогли побывать более 100 тысяч человек. В год здесь отдыхает 3500 человек. Это льготники, труженики тыла, ветераны, дети войны и приехавшие по путевке на платной основе. Общая вместимость центра – 164 человека. Хорошие процедуры, очень отличный коллектив, вот, который нас обслуживает и на кухне, и в зале, где принимаем мы процедуры. Посетил центр губернатор Ульяновской области Алексей Русских. С руководством учреждения он обсудил перспективы развития учреждения и возможность строительства нового корпуса центра для отдыха и оздоровления пенсионеров. Это позволит расширить профиль лечения заболеваний бронхолегочной, кардиологической, гастроэнтерологической и сердечно-сосудистой систем, а также увеличить количество койко-мест. Вот если вы сейчас выйдете, будет вот этот вот свободный участок, вот здесь у них. То есть здесь можно разместить корпус на 100 мест в теплом территории. То есть построить его уже современный спальный корпус, медицинский корпус и бассейн. Напомним, что за последние 3 года на ремонт социального центра было потрачено более 10 миллионов рублей. На эти деньги обновили 88% номеров в здании. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.